Привет! Сегодня сниму обзор, что есть из косметики в Гленте. Ставьте лайк, подписывайтесь. Смотрите, в общем, вот по таким ценам сейчас, да. Если вам нужно и цены устраивают, то приходите. Хорошие бальзамы. Но по ценам мне не кажется это выгодным. Сюда поставлю свою покупочку. Гель для душа парфюмерный. Вот тут какая-то скидка на него. Беларусь. Это тоже интересно. Выглядит. С клубничкой. Какая прелесть. Ну вот это прям красиво выглядит. Это, в принципе, тоже симпатично. Да и цена такая прикольная. Масочки. Такое большое количество всяких масочек. Зажигательная пятница. Опоздали, это вчера было. Солнечная серия. Угу. Тоже. И вот здесь вот у меня юбка такая, знаете, сейчас садится мне не очень удобно, потому что все это на полках. Как могу показывать. Набор, конечно. Такое нежное оформление. О, вот это вот, у меня сейчас салфетки, они, правда, уже подсохли, вот этой марки. Тоже хорошие. Что у нас тут еще? Эко-гель, бергамот, мандарин для рук. Тут у нас что? Розовый персик. Розовые персики, даже их много. Эко-гель, абсолютно. И вот все. Мыло. Вот это выглядит интересно. Ну, твердое мыло, то тоже мыло. О, я как раз сейчас заказала такое мыльце, Avazon, и, в принципе, я за нее такую же цену и отдала. Слово. Вообще, вот эти мыла, они классные. Я взяла полевые цветы. Мылится, конечно, оно не очень, да, то есть пенится. Ну, вообще, в принципе, неплохой мало. Да? Побеспокой. Пожалуйста. А не видно, что мы снимаем товар? А что такое? У вас секретное предприятие. Оборона России. Что у вас еще? Ну, что? Тоже супервайзер, представитель. А, в этом смысле? Ну, тогда журналист. Ну, это без проблем. Вот это вот должно очень вкусно пахнуть. Да. А вот это выглядит просто классно. Снизу вот эти огромные бадьи. Очень удобно. А какой это забрала?
Здесь такой аромат стоит интенсивный. Акция сейчас, уже видится. На мята. Наборчики тоже, вот смотрите. Дорожное радио. Сенсация. Здесь и сейчас. Только в ленте. Кресло складное, светоотражающее, со скидкой 50%. Всего за 899 рублей. Обращаем внимание, акция действует в период с 23 июня по 20 июля. Количество товаров ограничено. Интересно, какие бальзамчики, но маленькие. Тоже вот интересное оформление. Ой, это, кстати, хорошая цена, но какая-то вот новинка, не знаю, что это. Бальзам-маска. Такой большой, большой объем. Шампунь за 314. Тоже хорошо. Арбузик. Какая прелесть. Вот эти вот упаковочки, они прям очень аппетитные. А это последний. Что? Вау, мы такой шампунь просто недавно купили по акции. А во сколько он обошелся тогда? Сколько там было? 20%, да? Спрейчики. Herbal Essence. Давно я их не встречала, не видела. Ну, такие цены, конечно. Вообще уже. Мультивитамин. Вот у Пантин у них классный аромат, конечно. Тут все для волос, как я поняла. Тут еще краска. Да. Всякие гели, видимо, там уже. Пойдемте на гели, что ли, посмотрим. Вот сухой шампунь. Кстати, не сухой шампунь нужен, уже закончился. Ух ты. А ну-ка, вот такой возьму, что ли, попробовать. Ну, цена хорошая. О, Батист за 359, ну это, кстати, тоже неплохо, наверное. Ну да, это дорогая марка. Оригинал. Взять что-то тоже. Или такой взять. Здесь объем 100, да, а здесь 200. Ну, 200 лучше, конечно. В принципе, там. Не знаю, но мне тут упаковка внешне чисто больше нравится. Возьму. Красивые бутыльки. Ну, погнали дальше. Вот, кстати, еще масочки всякие. Классно. Оформление какое интересное. А вот тут вот бывают, это такой стеллажик, здесь именно, ну, по скидкам что-то идет, прям вообще отдельный, да, для скидок стеллажик. Антистресс, крем для рук, увлажнение. О, смотрите, какая интересная упаковка. Антицеллюлитный разогревающий крем. А вот здесь еще такой, ну, как бы массажер, да? Такая это что, гель-концентрат какой-то. Шеи, не знаю, что. Как красиво выглядит.
Роскошь гиацинта. Но крем для рук мне уж совсем не нужен. Да. Ну, пилинг на тело, смотрите, какой красивый. Вау. Супер. Маска, щупочка для лица. Вот тут тоже куча масочек всяких валяется, кокос. Ну, такие в этом в подружке продаются. Так, а все, подождите, а где же тогда гели? Где гели? Гели как это? Где гели? Ну, здесь мы долго останавливаться не будем, это все средства женской гигиены. Ну, тоже это как бы... А, вообще, давайте взглянем на прокладки, что поменялось, по ценам поменялось. И... Вот такие сейчас цены. Все такое, ну, все есть. 4 штуки? Так мало. Ой, какая прелесть. Не видела еще таких. Так, я все-таки не поняла, где гели. Или мы с вами уже их видели. Пасты всякие. В том числе щетки, мужская, всякая линия мужская. А, смотрите, прикол в том, что я сняла такую эту сторону и как-то совсем упустила из виду вот эту сторону, а гель это тут. Давайте смотреть. Вот этот муж обожает по аромату. Узнал? Нет. Вот это размер XXLLLL. А, небольшой, конечно, выбор гелей там. По-моему, с вами уже видели. Ну, а здесь и для волос пошло. Thank you.